Ровно четверть века назад на территории Ульяновской области была открыта детская школа народной традиционной культуры, которая в 2012 году была переименована в Центр развития и сохранения фольклора. В предцентре работает 7 творческих коллективов. Это 2 вокальных коллектива, это фольклорный театр «Веретено», фольклорный ансамбль «Ладанка» и 5 студий декоративно-прикладного творчества. Во главе коллективов стоят очень интересные творческие люди. Так, Ирина Петровна Чеснова – организатор сразу 2 фольклорных коллективов. Ее детский ансамбль «Купавушка» был первым коллективом детской школы народной культуры. Но дети росли. Специально для выпускников школы был создан ансамбль «Веретено». Оба фольклорных коллектива существуют по сей день. Мы в основном берем репертуар нашего Волжского региона. Вот мы не только поем, мы играем, мы делаем обряды, всевозможные спектакли, обрядовые действия, централизованные представления, сказки русские народные. Вот ставили «Морозко», «Снегурочка» ставили, «Вечера на хуторе Близниканьки». Одно из приоритетных направлений центра – изучение, продвижение и сохранение традиционной русской культуры на территории Ульяновской области. В течение 5 лет центр ежегодно организует и проводит фольклорно-этнографические экспедиции в районы совместно с Ульяновским государственным педагогическим университетом. В этом году у нас запускается впервые проект. Это электронный альманах о традиционной культуре и фольклоре Ульяновской области. В него войдут статьи, работы работников культуры нашей области, и не только области, но и города, тех специалистов, которые работают в сфере фольклора. Сейчас коллективы готовятся к юбилейному концерту, который состоится 25 ноября во Дворце культуры «Губернаторский». Репетиции идут полным ходом. Также в праздничном мероприятии примет участие фольклорно-этнографический ансамбль «Светицвет» из Нижегородской области. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».